Ребята, а вы знали, что я добавляю самых активных подписчиков в друзья? Если ты хочешь оказаться в списке моих друзей, то все, что тебе надо сделать, это проявлять активность у меня на странице ВКонтакте, лайкать посты, оставлять комментарии и репостить эти же посты. Ну и в конце дождаться, пока я тебя добавлю. Так что, друг, я жду именно тебя и надеюсь, что ты зайдешь и подпишешься на мою страницу ВКонтакте. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Xtoflazy, Топзик, 4 раз рубль, когда 5 онлайн, это битва за контейнеры. Всем привет, ребята. Ребята, вы просто посмотрите на сегодняшний контейнер, в сумме у нас их 40 штук, и за это, ребята, уже надо поставить лайк и подписаться на канал. Но, ребят, смотрите, мы с помощью рандома определяем 3 контейнера на 3 испытания, соответственно, одна тачка идет на одно испытание. И, ребята, после чего, как мы уже достали наши тачки из контейнера, мы быстро тюнгуем и проводим уже испытание, хоть которое можем получить баллы. Но вы, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, не ленитесь, поставьте лайк, подпишись на канал, оставь сейчас то в игре этим комментарии. И, естественно, ребят, не забудьте про колокольчик, чтобы искать новенькие ежедневные видео. И, ребят, давайте так, за 3 секунды сможете ли вы поставить лайк и подписаться на канал? 1, 2, 3. Если вы поставили лайк и подписались на канал, то вы самые крутые чуваки. Но я желаю приятного просмотра, а мы погнали с Оффликсом открывать контейнеры. Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких, как ты, 66%. Это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Давай так, сыграем маленькую игру. Условия очень простые, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Сейчас же посмотри, если у тебя кнопка подписки горит красным цветом, то это неправильно. Жми на нее быстрее, чтобы она стала серой. Так ты выиграешь в этой игре. А чтобы стать самым крутым победителем, нажми на колокольчик и поставь лайк данному видосику. Братан, я верю именно в тебя. Я надеюсь, что ты поставишь лайк, подпишешься на канал и оставишь сейчас твой креативный комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Вся надежда только на тебя. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы открывать контейнеры. И, Антон, ты готов? Ну, конечно, я готов. Ну, смотри, братан, у нас есть 40 контейнеров. Очень, ребята, много. Много. Братан, давай-ка мы сначала скинемся на каменную бумагу, чтобы определить, кто у нас будет первый открывать контейнер. Так, я уже, в принципе, открыл чатик. И, наверное, все же, ребята, вот так вот мы напишем. Так, все, братан, я написал. Раз, два, три, пум. Бумага, чё? Ты чё? Ты у меня идею украл. Это ты у меня идею украл. Так, ладно, окей, давай еще раз так. Ребята, я думаю, что все же вот это... Блин, ну, может... Не хочу это. Может, вот так... Нет, ребят, давайте все же вот так вот и раз, два, три, пум! Бумага В! Бумага, какая ты бумага В? Да ты чё? Алло! Ничего себе, ты цальтухи делаешь. Так, ладно, окей. Еще раз давай. Так, я надеюсь, что напиши вот сейчас... Бумагу, давай, давай, я написал. Раз, я тоже. Два, три, пау! Да блин! В смысле, ты же сказал, что бумагу... Ах, ты же врунишка ты какой. Ты тоже сказал, что ты бумагу написал. Это я написал, это игра уже глючит. Так, ладно, окей, давай еще раз. Вот сейчас, ребята, вот уже точно не прогадаем. Раз, два, три, пау. Ой, ножницы. Ножницы, конечно. Ну, братан, сегодня я буду первый открывать контейнер. Соответственно, Алиса будет первой мне определять контейнер. И, блин, честно, 40 штук, я не знаю вообще. Я думаю, то, что мне 29 выпадет. 29, мне кажется, то, что мне выпадет число 7, потому что это мое любимое число. И, ребят, напишите ваши любимые числа в комментариях. И я думаю, то, что выпадет, допустим, тачка из Аренвар, потому что, блин, честно, я бы, наверное, сегодня не отказался бы от этой тачки. Ну так, да. Ладно, уже все. Так, Алиса, назови число от 1 до 40. Мне кажется, число 13. Число 14. Все! Ребята, чтобы вы понимали, Антон всегда, всегда вот на каждой серии контейнеров он угадывает числа и либо же, ну, близко, но все равно каждую серию он одно число точно угадает. Так, ладно. Так, 4, 5, 6, 7, так, 8, так, 9, 10, 11, 12, 13, 14 контейнер. Вот он, я его помечаю. И, братан, теперь тебе первый контейнер будем определять. Мне кажется, то, что это будет число, ну, 25. 37. 37, ну окей. Алиса, назови число от 1 до 40. Нет, 32, наверное. Не знаю. Выпало число 15. Чё блин. Это? Блин, это реально близко возле моего прям. Вообще, братан, вот ты. Ну, так, ты чё, не надо? Я чуть не выстрелил по этой бомболипучке. Ты чё, все контейнеры сейчас взлетели на воздух. Ну ладно. Это нормально. Давай без бомболипучек, пожалуйста. Ладно, я думаю, то, что мне второй, ребят, контейнер выпадет, ну, допустим, число 23. Братан, 7. Как ты думаешь? Как? 7. Ну, ребята, пишите ваши вообще предположения в комментариях. И если вы, ребята, угадываете число, то пишите плюсик в комментариях. Хотя мне реально интересно, вообще кто-то угадал ваши числа или нет. Мне кажется. Алиса, назови число от 1 до 40.
32, мне кажется. 15? Нет, это уже было. Алиса, оно занесло от 1 до 40. Мне кажется, 22 контейнер не должен выпустить. Число 19. Я уже немножко испугался. Так, ладно. 15, 16, 17, 18, 19, 20 и вот 19. Вот он. Вот он мой миленький контейнер. И, братан, сейчас мне кажется, то, что тебе выпадет число, ну, допустим, 40, братан. Просто вот 40 такой большой. Окей. Да. Давай, как ты думаешь, что тебе выпадет? Да не знаю, число 7. Алиса, она зачисла от 1 до 40. Ну или 27. Странная у вас математика. Чё? Алиса, она зачисла от 1 до 40. У тебя странная математика, 27. Выпало число 26. Да братан, ты очень жесткий какой-то, ты чё? Так, ладно, получается там у нас 20, так 21, 22, 23, 24, 25, 26, вот он контейнер. Цифра 6 написано, смотри. Ну да, да, 26, всё. Помечаем ее, и, братан, ты готов определять мой третий контейнер? Вот там прям... последний? Да-да-да, мой последний контейнер, ну, братан. Я думаю, готов. То, что мне выпадет число, ну, допустим, 32. Алиса, назови число от 1 до 40. Ну, или 19. Число 21, братан. Так, получается... это там первый контейнер, ну, лол. Да-да-да-да, так я его пометил. И, братан, последняя, ребята, надежда. Вот пишите плюсик в чат, если вы думаете, то, что Фликс угадает число, или минус то, что не угадает. Мне кажется, то, что не угадает, потому что все же... Пришло, шансов. Братан. Удачи твоей закончится. Так, ладно, все. Братан, какое... Как ты думаешь, какое число выпадет? 17. Да. Алиса, она зачисла от 1 до 40. Ну или 35. Выпало число 12. Нет, но, братан, нет, все же не получилось. И 12 контейнер это вот. Ладно, братан, да. Давай уже посмотрим на наши тачки. У меня 14, у тебя 15 число. Так, у меня 14, давай. Так, и у меня... Нифига. О, у тебя руинер, а у меня очень крутой суперкар. Так, ладно, вывозим его. Блин, честно, я достаточно, это круто, что мне суперкар выпал. И дальше у нас числа у меня 19, у тебя 26. Так, получается, 26 контейнер это вот он, да. А у меня получается 19, мне надо самый конец, ребята, бежать. Так, я думаю, что это тачка из Аренвар. Это крутой внедорожник, братан. Это Каракара 4X4. Да. Ягуарчик. Ягуарчик. О, ничего себе, братан. Круто. Так, ладно, окей. Так, братан, последние числа у тебя 12, у меня 21. Так, ладно, ну-ка. Так, 12 это контейнер. Это где, это вот. И это... Пау! Это Мерседес. Это Мерседесик такой синенький. Ну-ка, чё у нас вообще по комплектам, братан? Ну-ка, давай посмотрим. О, внедорожник, ничего себе. Так, ладно, давай посмотрим. Значит, сегодня у нас есть два внедорожника. У меня Каракара, у тебя какой-то, не знаю, какой-то необычный внедорожник. Я его первый раз вижу. А, Хелион, да. Потом у тебя Ягуар, у меня вот такой вот офигительный Мерседесик такой синенький. У тебя Руинер, а у меня такой офигительный суперкар. И, ребят, напишите в комментариях, кого вообще лучше сегодня наборы выпали. У кого вообще тачки... Ну, будет круче. И вообще, кто сегодня, ребята, победит серии, пишите в комментариях. Ну, а мы уже с вами переходим к тюнингу и к испытаниям. Ну что, ребята, у нас уже первое испытание, это гоночка. И, Антон, погнали! Сегодня я тебя просто разнесу. Ты чё поехал так резко так поехал? Ну, братан, мне кажется, то, что... Ты быстрый, я понял тебя. Ну, братан, все же, мне кажется, я быстрее тебя. Не трогай меня вообще-то. Не толкайся вообще-то. Так, ну-ка. Так, братан, у нас, кстати, 5 километров, 40 метров остается. И вау, тачка! Ой, здорово, здорово. Так, тихо. О, боже, у меня просто уже перед разнесен. Так, ладно. Да, в смысле, у тебя же полноприводная тачка, чего? Ну, сложно, братья, не знаю. А, лол, ну я понял. Ну, братан, окей. Так, ну, в принципе, пока что я лидирую, мне это очень нравится. И вот тут очень жесткие завороты, ребята, повороты. Так как Вайн, вот это просто лабиринт. Я перевернулся. Серьезно, я просто взял, зацепился спойлером, а по забор, что за бред, what the fuck? Так, ладно, ну, братан, я тебя пока что там не вижу на радаре, вообще ты там что-то, вообще пыль просто глотаешь и все. Так, да, ну, ты там что-то вообще далековато. Так, ладно, мне, кстати, 4. Да, я это тебе сказал еще.
И что ты мне сделаешь? У меня Мерседес. Ребята, скажите вообще в комментариях, напишите в комментариях, что лучше, Мерседес или же Ягуар. Мне кажется, то, что Мерс все же круче, Мерс не, Мерс раз 20 круче. Но мне вот, не знаю, мне вот все же как моя любимая... Ягуар выглядит круче, но мощнее мой. Ну, не чё, ты понял, что сказал? Ты понял, что... Мерс выглядит круче. А, я понял. Ну, блин, не знаю, пока что по гоночке я лидирую, мне кажется, то, что он все же мощнее, братан. И пока что, блин, он даже дрестит круто. Я лечу чё? К тебе. Летишь ко мне, ну, братан, попробуй догони еще. Попробуй реально догони. Так, ладно, я пока что. Это, ну давай, давай, давай. Блин, ребята, он реально круто дрифтит. Вот за дрифт лайк надо поставить. Блин, он реально круто дрифтит. Не, братан, он прям идеален. Он прям реально идеален, ребята, в дрифте. Это прям очень реально крутая тачка. Так, ладно, у меня, кстати, уже 2 километра остается. И, блин, братан, вижу, ты там врезаешься. Да. А, финиш, да, я тоже вижу финиш на радаре. И все, братан, давай, мне давай, километр давай, 50 давай. Остается. Так, ну-ка. О, заворот, поворот. 400 метров обгоняешь. Да, ну, братан, все, мне гони. Последний просто последний уже, можно сказать, метр доехать и блин, все. Нет, так, давай, давай, я давай, давай, верю. Братан, ну, не верь дальше, потому что я, скорее всего, сейчас возьму финиш. Просто вот так возьму и высыплю его. Братан, все. Я его забираю! Вау! Ну, капец. Ну, братан, я получаю свой первый балл на счет пока что 1-0. И давай уже возьмем следующие тачки и уже перейдем к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, у нас уже второй испытание, это гонка по внедорожью. И, ребят, смотрите, мы находимся на нашем офигительном, можно так сказать, гоночном траке и готовы уже стартовать. И, Антон, ты готов? Ну, конечно, я готов. Тогда давай, братан, все, погнали. Все, сегодня резко, моя каракара тебя просто выиграет. Потому что она моя очень крутая. Сегодня не выиграет. А, чего ты там вякнул? Блин, ребят, ну мне кажется, то, что все же вот этот вот Ford Raptor, он получше будет раз 20 любого внедорожника. Не-не-не-не. Так, ну пока что я так все на изи прохожу, братан, честно, я тебе скажу. Ты че? Ты че там? Вон с трассы. Ты нормальный, ты че так взял меня? Взял меня, просто взял и пихаешь. Вообще офигел, так, ладно, ну-ка, давай, 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 так. Не, Паш, но это изи для меня, сейчас это не буду изи. Ну, братан, я бы так не сказал, потому что... Ой, я немножко тут вылетел, так. Но давай, 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 давай. Опа, все. Братан, я бы так не сказал, потому что на тебе, как вот дал тебе. Ой, вообще-то больно. Так, все, ребята, отъезжаем, Антона. Так, опа, все, братан, вот просто финишная прямая уже. Так, и, братан, знаешь, что возьмет? Знаешь, что возьмет этот балл? А, как ты думаешь, что возьмет этот балл? Мне кажется, не знаю. Это буду я, ребята, это буду я, конечно. И, братан, вот я просто уже подъезжаю, поворачиваю занесло, на понятно. Финиш. А тебе даже занесло, беру финишмена и получаю свой уже второй балл. Ребята, у нас счет 2-0, и давайте перейдем к нашему последнему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже последний станет. Вот на самом деле, ребят, смотрите, нам надо скин нашего оппонента водительства Авиноса. И, ребята, у нас, в принципе, последний стоит на Авиноса. Он получает свой первый, а для кого-то уже третий балл. И, Антон, ты готов? Ну, я готов, я так, уже еду. Так, давай, я тебя просто уничтожу. Что ты задом? Чего ты задом едешь? У меня просто ловушка и что это тебя. Такое? Ловушка для меня. Братан, ну что-то такая вся ловушка. Так, ну сегодня, тебе. Мне кажется, мой суперкар скинет твой руинер. Ты понял? Потому что у нас будет 3 раунда, и я заработаю 6 баллов. Так, братан, мне кажется, кому-то же пен. Пока! Удачно поплавать. Удачно поплавать, братан, все. Буль-бульк. Короче, ребят, я получаю уже свой третий балл на счет 3-0. Пока что Антон не выигрывает, и давайте уже перейдем к нашему второму раунду. Ну что, ребят, у нас еще второй раунд. И, Антон, ты готов? Да. Тогда давай, братан, я тебя просто уничтожу. Так, опять тактика, да, это галактика. На! Вау, ничего себе, это было не неплохо. Дал, умею. Это было неплохо. Так, хватит тут летать. Иди-ка сюда. Я не самолет. Иди-ка сюда. Так, на, вау, братан. Ой, это что такое? Так, ну-ка, давай, давай, давай. Чтобы летать, ну, братан, не знаю, если у тебя есть парашют, то если ты можешь летать. Так, ладно, ну, братан, давай-ка можешь. Мне тебе слететь, да? То есть. Вот. Ребята, это просто жесть. Антон проигрывает уже. Какой, блин, ты балл мне уже проигрываешь, братан. Это реально жесть. 4-0, ребята, я выигрываю. Давайте уже перейдем к нашему последнему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже третий, завершающий и последний, ребята, раунд. Антон, ты готов проигрывать? Нет. Нет, не готов, а мне кажется, готов, потому что сегодня я тебя намерен сделать завтра? Сухую. А завтра вот мы это посмотрим. Так, ладно, ну, братан, да хватит тут кружить, задал. Почти по... Ты чего это было? Чего это за обманный маневр, братан? Вообще-то больно.
Братан, вот это вот зря, вот это вот зря. Не надо тут стрелять по мне. Братан, ой, вот это было не, это было больно уже. Так, ладно, братан, давай, ой, братан, застрял, да, застрял. А вот сейчас я в кого-то еду. На, ты чё, куда ты там поехал? Парашют обрубился. О, парашют обрубился. Нет, 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 нет. Нет! Получи, нет! Нет, ребята! Ладно, Антон получает все же свой первый балл. И, ребята, на счет 4-1 все же, Антон, ладно, ты молодец. Все же ты получаешь свой первый балл. Ты не проиграл в сухую, но все же ты сегодня проигрываешь. И, ребята, если вам данная серия понравилась, то поставьте лайк, подпишись на канал. Оставьте сейчас топ, греть в комментарии. Естественно, ребята, не забудьте подписаться на мой канал, на канал Антона. Ссылочка будет на него в описании. Ну, а с вами был Флейзин Антон. Всем удачи, всем пока, народ!